Меня зовут Евгения, я всех приветствую на своем канале. Наконец-то, да, я вышла из отпуска и хочу вас порадовать очень интересным видео. Для тех, кто не знает, мне 56, всего лишь 56, и я сторонник здорового образа жизни, естественно, омоложения. Я помню, начинала свой канал и говорила, мне 54 года. Буквально недавно я говорила, мне 55, а сейчас, неделю назад у меня исполнилось день рождения, девчонки, 56 лет. Ну, я так радуюсь, вроде бы как 16, но и тем не менее, всего лишь 56 лет, я полна энергии, оптимизма, и хочу вам сегодня, ну, наверное, второй раз уже скажу, сделать такой подарочек, да. Сегодня мы с вами будем омолаживаться по полной программе. Для этого нам нужна такая палка. У кого нет палки, возьмите швабру. Заводим назад. Вот я развернусь, наверное, чтобы вы поняли. Завели, вот, смотрите, вот завели назад, прокрутили. Прокрутили вверх максимально, чтобы могли терпеть, застыли. Это номер один. Это, скажем, упражнение будет два в одном. Вот номер один мы с вами сделали. Вот, наверное, буду боком стоять, чтобы вы понимали, что будет дальше. А сейчас мы будем, внимание на мое лицо, мы будем вот так голову запрокидывать и делать поцелуйчик сверху. Смотрите, как бы вверху. Мы сделаем поцелуйчик и как бы застыли. Вот смотрите. При этом у нас формируется молодой овал лица. Давайте сделаем таких поцелуйчиков. Ну, я думаю, штук 8. Поехали, медленно. Раз, два, внимание, а здесь у нас все ровненько, здесь мы терпим, 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 терпим. И потихонечку можно еще раз чуть-чуть еще вверх прокрутить. Три, четыре, пять. Шесть, семь, и застыли. Фух! Ну, смотрите, поцелуйчики закончились, и буквально несколько секундочек мы постоим еще. Я вам хочу сказать, что это на самом деле нелегко. Если, может быть, со стороны вам кажется, что это легко, сейчас я разверну, чтобы вы посмотрели, как у меня спинка выглядит, вот так вот. Это на самом деле нелегко, но это очень-очень-очень полезно. Так, фух, прям аж хочется такой вдох и выдох сделать. Ну, наверное, давайте, девочки, после такого упражнения двойного мы сделаем вдох и выдох. Оп, смотрите, вот так сделали. Оп, еще раз. И третий раз. Вот я вам хочу сказать, на это упражнение двойное мы потратили, ну, я думаю, что минуты полторы, ну, две максимум. Но зато, насколько это полезно для нашей осанки, это полезно для нашей шеи, для молодого треугольника. Конечно, у меня не идеальное лицо и не молодой треугольник. Я в своем лице, вот я поближе подойду, я в своем лице не делаю ни филлеров, никаких уколов красоты, и, ну, я не претендую на идеальное лицо. Но я стараюсь, всеми силами его сохранить молодым. Вот так вот. И чего и вам желаю. Кстати, напишите, понравилось вам это упражнение или не понравилось, и какие бы вы еще хотели упражнения увидеть или услышать на омоложение. Всех целую, обнимаю, ваша Женя. Пока-пока!